не испытывать неудобства и получать услуги связи, существенно отличающиеся от получаемых в домашнем регионе. В России действует национальный внутрисетевой и отдельный вид роуминга в Крыму, а внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам, а национальный, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. В Москве начались испытания... Ох, молодец, блядь. Ёбаный ты пиздец. Thank you.